Многие говорят, зачем вам этот огород? Дача, это газон, это баня, это шашлыки. Зачем это ковыряние в земле? Ну, это же так интересно. Вот здесь растет чесночок, посадили вот огурчики, которые скоро расправят листочки, будут плети, будем собирать. Здесь вот греется картошечка, которую скоро будем сажать. Там вот тоже. Кстати, огурчики... По опыту прошлого года лучше сажать очень редко. Вот на такой парник, это где-то, наверное, 6 на 4, максимум это 20 огурчиков, которые можно посадить, не больше. Потому что они разрастаются, это становится просто лес. И если посадить в такой парник 40 огурцов и 10 огурцов, результат по урожаю будет одинаковый. Поэтому не надо жадничать.